Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует развлекательный канал «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакшти, Дмитрий, мы продолжаем проходить Майнкрафт. Так, давайте пойдем продолжим строить портал. И, кстати говоря, мне надо бы проверить кое-что. Можно ли из лавы сделать бесконечный источник, такой же, как вот с водой? Если можно, то это будет замечательно, не придется ходить за лавой вниз. Нужно будет только... бегать к источнику. Ну, бегать, естественно, тоже придется недалеко, потому что я его сделаю рядом. Так. Что-то у нас никого не появилось. Никто, в смысле, не появился. И ёперный карась. А я ведь забыл, какие масштабы должны быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два. Здесь, если выбить, раз, два. Здесь выбить. Раз, два. Раз, два. Да, вот такой масштаб и должен быть, получается. Ну-ка, погодьте меня. Значит, если здесь будет портал, вот здесь и здесь будет обсидиан. Черт. Будет ужасно некрасиво. Ужасно некрасиво. Как же сделать так, чтобы было красиво? Ну, ответ. Он всегда рядом. Значит, портал будет вот так стоять. Итак, давайте первую формочку сделаем. Так, и где-нибудь вот здесь вот попробуем. Ой-ой-ой, тихо, попробовал, ё-моё. И вот так. А еще вот так. Ну-ка, получилось, нет? Ни хрена не получилось, да? И она сейчас исчезнет. Не исчезает. Так, мы сгоняем за ведром воды. За ведрами с водой. Что-то я забыл совсем про них. Посмотрим, исчезнет ли она к тому времени или нет. А потом попробую по-другому немножко сделать. Так. Водичка. Водичка, водичка, водичка. Вот она, водичка. Вот она, водичка. Побежали наверх обратно. Нет, не исчезла, смотрите. В общем-то, попробую. По-моему, лава должна быть снизу, сверху. Нет. Вода должна... Опа... Вода должна, по-моему... Да, ну вот, исчезает потихонечку. Вода, по-моему, должна течь сверху, а не, как я сделал, залить вместо нее. Ну вот, нельзя сделать бесконечный источник. Значит, будем бегать. Блин, так я еще одно ведро воды просто так испоганил. Ну вот. Тихо. Исчезай, водичка. Исчезай. Вуаля. Вуаля. Так. Знаете что, значит, одно ведро мне хватит, естественно. Блинский ежик. Ладно, внизу солью. Побежали за лавой. Я думаю, в пещере нас тоже ждут какие-то приключения. Сейчас мы попытаемся найти сами, если не получится наткнуться на них.
случайным образом. Так, вниз, спуск, 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 спуск. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спустились, побежал, 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 побежал. Покушал. Побежал дальше. Меч, меч. Факел в лицо, факел в лицо, факел в лицо, факел в лицо. Фейспал. Спускаемся вниз. В самом низу будет будет лава. Ну что, есть тут кто? Нет никого. Вот так вот. Воду слили, а одно ведро оставили. Это хорошо. Оп, оп. Чё? Здорово. Ух ты! Какой у нас дружок здесь. Смотрите. Липучкин. Липучкин. Дядь Липучкин. Липучкин. Давайте две Липучкины. Опа. Опа. Оп. 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 Бум. 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 Эй, блядь. Эй, блядь. Эй, блядь. Здорово. Липучка. Блядь. Тихо. Не всех я убил, кто-то мелкий свалил. Или упал куда-то за мной, не понял я. Я не вижу. А я его не вижу. Тюбети, не вижу. Мелкий какой-то засранец свалил. Козлодой. Опа, опа. Опа, опа. А еще одно ведро осталось. Опа. А вообще, наверное... Вообще, наверное, лучше все ведра взять. Тихо! Я думал, сейчас игра вылетит. Я так сейчас испугался, честно. Не хочу, чтобы игра вылетала на таких моментах. Так, ну где-то он прыгает еще. Где ты? Где ты? Ко, чухо, сюла-ла. Крипер. Мадафака. Ну так. Где ж ты, падла, прыгаешь? Ой, да идет он в задницу. Я вон 8 сгустков слизи взял. Хватит мне и того. Опа, извиняюсь. Правду говорю. Так. Тихо, тихо. Не борзей. Где-то там был скелет. Ну и в задницу. Пара-па-па-па-пам. Так, это значит 1, 2, 3, 4, 5, 6 ведер. Нормально. Я думаю, придется сделать еще, походу, 3, наверное, 4. Чтобы заделать дырень. Полноценно. Так, и вообще похавать надо. Вот так вот. Ой. 22 сгустка слизи. И 17 порох. Вообще зашибись. Так, наверх. Надо было здесь источник воды сделать. Твою мать. Надо было в землю его вбивать. Фак. А, ну в принципе ладно. Сделаю какой-нибудь такой постамент из камня вокруг портала.
Так что бог с ним. Хотя... Ну... Я вообще не уверен в размерах его. По-моему... По-моему, он должен быть вот таким вот. Нет, маленький. Значит, вот таким вот. Да, вот такой вот он должен быть. Ну чё, раз должен, значит будет. Ночи бояться, в принципе, бессмысленно. Здесь никто не должен появиться, в принципе. Хотя, ну, в задницу лучше пойти поспать. От греха подальше, а то резнуться где-нибудь, пока я не сплю. Спатушки, спатушки, спатушки на кроватушке. И вуаля, поспали. Берем обратно работать. Да, как-нибудь оформлю портал, помимо, то есть, помимо его просто самого, чтобы было красиво. Как-нибудь я его сделаю еще вокруг, что-нибудь лестненький к нему там и так далее. В общем, чтобы было зашибись вообще. Так, наливаем лавы. И идем за водой. Я думаю, здесь где-нибудь бесконечную воду сделать. Так. Есть контакт. Самое интересное, что алмазные-то у меня есть, то есть если я что-нибудь напортачу, то могу исправить. Но хотелось бы, чтобы не напортачил. Так. Есть контакт. Раз, два. Ого. Так, следующий шаг. А, ну по сути, вот здесь больше ничего не должно быть, а вот здесь должно. Раз. Два. Что получается-то? Что-нибудь получается вообще? В детстве из алюминия и из меди выплавлял всякие фигурки. Это немножко смахивает на это самое занятие. Так, ладно, идем еще за ведрами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ведер будет, значит. А мне нужно сколько? Мне нужно раз. Нет. Нужно раз. Два. Твою мать, подожди. Два, три, четыре, пять, шесть. А, ну все, последняя ходка даже. Ну и смотрите как. Смотрите как все замечательно. Последняя ходочка. И портал готов. Если он заработает, если я масштабы правильно сделал. А вообще, нужны ли здесь масштабы? Может в этих версиях уже и не нужны масштабы, то есть похер вообще, что сделать. Я не помню, честное слово. Спускаемся вниз. В любом случае. Ну не так же, ну ладно. Хотел сократить, сократил, ё-моё. Пара-па-па-па-пам, парам-пам-пам, парам-пам-пам.
Парам-пам-пам-пам-пам. Пим-пим-пим-пи-б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 и
Погнали вниз. Кё-кё-кё-кё. Тихо. Так, еще где порталы? Ой, лава. Вот еще где лава. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Взяли. Крипер, ну иди сюда, родной. Вот это я не рассчитал. А чё он так слабенько как-то? Ну что ты, крипер, крипер. Козлодоид. Та-да-дан-тан-тан. Так, поднимаемся. Почему-то, когда спущаюсь, почему-то, когда спускаюсь в эту пещеру, ощущение такое, будто сейчас кто-нибудь подойдет в задницу и за жопу схватит. Вот особенно он есть, мать его. И идите вы знаете куда. В жопу идите. Та-да-тан-тан-тан, та-да-та-да-та-да-тан. А может оформление портала... сделать из кирпича. Возможно, стоящая идея. А может и нет. О, нормальдянски. Есть контакт. Так, 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 так. Ну, понеслась душа в рай. О! Две аж за раз. Так, по-моему, это уже крайние. Раз. Два. И теперь вот сюда надо заливать, по-моему. Кажется мне, что я сделал портал. Его осталось, по сути, оформить красиво как-нибудь. А вообще, на кой хрен мне вода? Красиво как-нибудь оформить и зажечь. Так. Вот сейчас я начинаю припоминать и помню, что не помню, как делать зажигалку. Сейчас будем думать. Так, ведра сюда. Та-да-тан-тан-тан, та-да-та-да-да-да-тан. Есть контакт. Есть контакт. Так.
Значит, кремень нужен. Уголь не нужен, но я возьму. Чтобы сделать зажигалочек. Ой, факела. Так, кремень, по-моему, и железо нужно. Сейчас попробуем. По-моему, так и так. Так и так. Так и так. Во. Зажигалка есть. Та-та-там-там-там. Кремень сюда. Железо сюда. Ну все, друзья. Пойдем зажигать портал. Я надеюсь, меня сразу туда не кинет, когда я начну зажигать. Я вообще маленький, по-моему, сделал. Нет, смотрите, работает все. Либо я и вправду угадал с масштабами, либо здесь похер на масштабы уже стало. Вот, сделаем ограбление. Ограбление. Обрамление портала из кирпича, возможно. Красный такой, синим цветом. Нормально будет выглядеть. А может, сделаем его полностью из кирпича. То есть здесь вот заделаю, здесь заделаю, здесь заделаю, здесь заделаю, здесь заделаю. Такая будка будет из кирпича. Лесенки, интересно, можно из кирпича делать или нет? В общем, в любом случае, портал готов. Все остальное в следующих сериях, я думаю... Тихо, чуть не поджег. Я думаю, так, вообще эту зажигалку теперь можно куда-нибудь подальше от меня. От греха. Я думаю, в следующих сериях пойдем на поиски... На поиски... Это самого... Тихо. На поиски угля. Не угля, а глины. Потом заделаем все-таки, так как я сказал, портал. И уже через, наверное, серии 2-3 отправимся в ад. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока.